Взгляды из разных стран. Казахстанские ученые вместе со своими коллегами из Екатеринбурга обсудили, каким будет сотрудничество между двумя государствами на современном этапе. Этот разговор состоялся в рамках заседания экспертного клуба «Урал-Евразия» при поддержке Уральского федерального университета. Эксперты отметили важность развития отношений по разным направлениям, включая образование. Профессор Амангельды Тимирбеков рассказал аудитории о сферах, в которых сегодня осуществляется взаимодействие. Например, из 89 регионов Российской Федерации 72 имеют с нашей страной торгово-экономические связи. Интенсивное развитие партнерства наблюдается в приграничных регионах, на долю которых приходится более 70% от общего товарооборота двух государств. Кроме того, в ходе дискуссии эксперты круглого стола обсудили вопросы предстоящих выборов в нашей стране. Казахстанские политологи назвали причины проведения электоральной кампании. И вот, как оказалось, за политической обстановкой в республике российская аудитория следит с большим интересом. Между Россией и Казахстаном особенно большая тесная взаимосвязь в транспортно-коммуникационной сфере, потому что Казахстан рассматривается как наиболее такое короткое или близкое расстояние в взаимосвязи с Юго-Восточной Азии и Европой. Ну, дорога, которая будет прокладываться через территорию Казахстана и Российской Федерации. Сегодня Казахстан – это ключевой партнер России, стратегический партнер. Без Казахстана евразийский интеграционный проект невозможен.